Все, что ты пишешь, не имеет отношения к реальности. И это мечты, а точнее твои больные фантазии. Так Лолиту Набокову можно назвать больными фантазиями. Дураки дурацкие. Ничего вы не понимаете. Когда я пришла, уже в гримерке. Грим еще не был смыт. В глазах еще плясали привычные для всех озорные блесточки. Я сегодня хочу поговорить с тобой вот об этом. Он кивнул на зеркало. Она подумала, что, может быть, он имеет в виду ее внешность. Об отражении? Спросила я. Нет. Он улыбнулся светло и загадочно. О масках. О тех масках, которые мы носим каждый день и которые видим, отражаясь в зеркалах. Ведь там нет наших лиц, только наши маски. Кто мы на самом деле? Шуты или трагики? Ленка! Ну что? Можно смывать? Нет! Мне все стянуло. Очень хорошо, не будешь такой опухшей. Ты мне сок обещала. Сделай сам. Я не могу сам, я не знаю, где апельсины. В кухне, на столе. Здрасте. Это ж грейпфруты, они кислые. Зато полезные. Для похудания. Это тебе они полезные, а у меня, понимаешь, кислотность повышенная. Чем это смыть? Водой. Тебе показать, где в нашем доме вода? Значит так, сделаешь мне сок, добавишь сахару. И пошевелись, на телевидении лично тебя никто ждать не будет. Хочешь светиться, будь добра поторопить. Все его слова и мысли мудрые и глубокие отражались на его лице. Оно стало спокойным и добрым. Но неожиданно дверь распахнулась, и на пороге возникла его жена. Доли секунды, и передо мной снова был человек в маске. Он закрылся. Он показал мне глазами. Все, наше время истекло. И больше ни слова искренности. Я вышла. Она посмотрела мне вслед. Пусть она ревнует меня к нему. Я знаю о нем то, чего никогда не узнает она. Сделай ты хоть звук потише. Слушаешь про всяких уродов. Тебе полезно, моя дорогая.
послушать про жизнь обычных людей. Чтобы не очень-то от народа отрываться. А то живешь, понимаешь, как у Христа за пазухой, еще и нос задираешь. А сам-то ты как живешь? А я так живу, что в любой момент вон могу пойти в подземный переход на балалайке играть. Потому что я такой же, как и они. Простой человек. Как и ты. Не принцесса. Я знаю, кто она. Она компьютерный вирус. Она пролезла в него и разрушает его изнутри. Напишу об этом завтра. Рубашку мне погладила? Вон на постели. Господи, боже мой, ну сколько раз говорить, а? У этой рубахи воротничок узкий, он меня душит. Саша, нормальный воротничок. Что в нем нормального? Где моя рыженькая, любимая, мягкая? Она кусается. Что в ней может кусаться? Нитки. Она синтетическими нитками прошита. Вот она, моя дорогая. Саша, кому я делала грейпфрутовый сок? Себе ты делала грейпфрутовый сок. Ты же его любишь для похудания. Дурдум. Расскажите, как вы пережили скандал, связанный с вашим разводом? Пережила его тяжело. Но в нашем распоряжении был, по-моему, год или сколько? Почти два. Почти два. Все это время я выбирал между чувством и долгом, между любовью и привычкой. Это был, конечно, очень непростой выбор, но в конце концов та чаша весов, на которой была любовь, перевесила. Леночка была рядом. И мы как-то так прошли через все скандалы. У вас ведь большая разница в возрасте? Да нет, нормальная. Ужасная. На самом деле, когда я начал вести воскресную почту, мне было 22, а Леночка как раз в это время уже примеривалась, как ей пройти под столом. И тогда вы его полюбили, да? Я любила его. Всегда. Да, из-под стола. Расскажите, пожалуйста, о своих творческих планах. Ну, вообще-то, это не принято, но поскольку вопрос уже решенный, так я думаю, то я, пожалуй, скажу, что в самом ближайшем будущем я начинаю вести новое телевизионное шоу, которое будет называться «Весь этот рок-н-ролл». И вы прошли кастинг? Кастинг? Я? Хорошая шутка. Надо будет ее где-нибудь повторить. Нет, ну что такое кастинг? Кастинг — это в переводе на русский язык означает пробы. Ну а что меня пробовать? Вы посмотрите. Но мне же буквально пробы ставить негде. Приветики, приветики. Привет. Приветики. Ну чего там? А, Сашенька, родной, посмотри, пожалуйста, вот программа. Там пара звезд, не ахти каких, так себе из эстрадников. Русские байкеры, они сам вести хотели, представляешь? Тоже мне ведущий. Вот и я так думаю. Но там официальная часть, сам понимаешь. Посмотри первую страничку, им 10 лет. Надо назвать директоров, учредителей, ну все как обычно. А в начале второго отделения награждения, все. Как называется компания? Инвест-стратегия. Детей бы они так своих назвали. Сын-инвест, дочка-стратегия. А сколько байкеры получают за корпоратив? Ой, ребят, я не знаю. Но организация серьезная, а какие тут бабки? Большие. Очень большие. Наверняка они стоят дороже, чем ты. Лена, они каждый день в телевизоре. А тебе кто мешает? Леночка, вот Сашенька начнет вести шоу, и его расценки сразу взлетет. Я про эти деньги уже просто слышать не могу. Не знаю, строят ли байкеры дом, а мы строим. Это не дом. Это моя могила. Девочки, мальчики, ну, родненькие мои, ну что вы, ну не ссорьтесь. Пойдемте, пойдемте, я с организаторами вас познакомлю. Добрый вечер, дамы и господа. 10 лет
Это много или мало? За 10 лет младенец превращается в подростка, щенок превращается во взрослую собаку, ну, а черепаха едва успевает пару раз моргнуть. Все относительно, но для компании «Инвестстратегия» прошедшие 10 лет – это рождение, это становление и, раз уж я стою на этой сцене, процветание и успех. Поздравляю вас, мои дорогие! Скоро твой выход. Не-а. Хочешь коньячку? Давай. Чё кряхтишь? Да я, чтоб размяться, вписался в шоу. Экстремальное. Теперь все болит. Форт Боярд? Да бог с тобой. Позориться. Нет, с танцами решил. Решил похудее и все-таки помелькаю в телевизоре. Mm-hmm. Такая нагрузка, ты не представляешь. Бальные танцы? Mm-mm. Весь этот рок-н-ролл. Песни, танцы, ведущий такой под Элвиса Пресли. Весь этот рок-н-ролл? Ты ничего не путаешь? Mm-mm. А кто у них ведущий? А какой-то молоденький. Я забыл его фамилию. Они искали, что был похож на Элвиса. Он в гриме, вылитый. Ну все, пока. Обещали! Черт побери! Сказали, через месяц начнутся съемки. Уже начали готовить договор. И тут, оказывается, уже давно снимают. Инна, ты мой директор! Что происходит? Саша, ну не кричи. Может быть, это не то шоу. Да, не то, но с тем же самым названием. Ты должна была звонить. Кто должен был контролировать процесс? Инна! Саша, я завтра все узнаю. Только Ленке ничего не говори, она меня сегодня ночью загрызет. Саша, Саша, ну где ты ходишь? Твой выход. Что с тобой? Ну-ка, посмотри на меня. Меньше всего на свете мне бы сейчас хотелось смотреть на тебя. Что ты здесь делаешь? Ё-моё, сколько раз говорить? Черт побери. Саша! Надоело оправдываться перед тобой. Саша! Саша! Чёрт твою матери! Павел Адамчиков. Наши аплодисменты Павлу Адамчикову. А теперь наоборот. Паша Адамчиков поаплодирует сотрудникам компании «Стратегия не...» Ой, чуть не сказал. «Стратегия невест». А что? В этом что-то есть. «Стратегия невест». Ладно, Паша, свободен. Итак. Дорогие мои сотрудники компании «Стратегия невест». Что самое главное для невесты? Это цепкость. И сейчас я приглашаю на сцену самого цепкого вашего парня, вашего шефа, Шатрова Михаила Вильяминовича. Ну, для кого-то он может быть и Михаил Вениаминович, а для меня просто Миша, Мишаня. Потому что, когда я вел воскресную почту, он еще пешком под стол ходил, играл на скрипочке, а сейчас вот, пожалуйста, пожалуйста, галстук на нем, артистов, понимаешь, заказывает. Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка? Леночка, они жутко ругались. Заплатили половину от того, что обещали. И этого платить не хотели, еле вытрясло. Я его ненавижу. Ну как он так может? Он же знает, какая ситуация. Мне управляющий недвижимостью по 5 раз в день звонит. Деньги, деньги, деньги. Ну, Леночка, ну миленькая, ну он расстроился. Я и сама не ожидала. Почему он расстроился?
Да так, в одном контракте там осложнение. Инна, не ври. Что случилось? Раз он напился, значит, был злой. Он просил тебе не говорить, так ты уж не выдавай меня. Ну? Саша не будет вести шоу на телевидении. Почему? Не знаю. А я знаю. Потому что старый, зажравшийся дурак. Лена! Отношения поддерживать он не может. Он об откате договориться не может. Я ему 100 раз говорила. Позвони, пообщайся, съезди в Останкино. А он уставится в свой телевизор, сидит и все хает. Все вокруг гады. Один он хороший. Господи, это же гроши. А у меня дом строится. Убила бы его, как он мне надоел. Ненавижу невезучих. Господи, кто это? Кто там? Елена Борисовна, открывайте, это я. Елена Борисовна, собирайтесь. Дом сгорел. Какой дом? Собирайтесь, там пожарные. Скандал. Поехали. Мой дом? Мой дом сгорел? Да подождите, дом это фигня. Главное, забор у соседей. Елена Борисовна, там милиция, таджиков наших повязала. Мой дом фигня? Мой дом фигня? Подождите, у вас только стройка, а сгорел старый дом, где жили рабочие. Понимаете, собирайтесь, я вам все расскажу по дороге. Идите, идите, идите. И денег возьмите побольше. Мне позвонили час назад, соседи ваши Крыловы. Саша, вставай. Они увидели дым. Саша, вставай, дом сгорел. Саша! Сам Крылов и тушил этот забор. А жена вызвала пожарных и милицию. Вставай, Саша! Чтоб ты пропал. Кто из нас управляющий? Я? За что я тебе деньги плачу? Почему у нас нет огнетушителя? Был, я сам покупал. Так они им пользоваться не умеют. На, возьми. Это все, что есть. Скажи, что нас нет в городе. Мы на гастролях, хорошо? Вы же хозяева. Будут проблемы, мы использовали нелегальную рабочую силу. Я понимаю. Но если бы поехал Саша, он бы договорился. А Саша не может поехать. Он спит и плохо себя чувствует. А я одна не поеду. Что я им скажу? Ты управляющий, ты и договаривайся. Бери деньги. Подождите, но здесь же мало. Сколько есть? Сейчас 3 часа ночи. Где я тебе деньги возьму? Договорись с ними, пожалуйста. Потом я тебе отдам, сколько скажешь. Наш дом точно не сгорел? Да точно, меня теперь другое интересует. Где эти придурки будут жить? Да вы себе яму выроют и там живут, идиоты. Да и забор нам придется теперь новый строить. Господи, что ж такая непруха-то? А забор там не слабый. Скажи, что мы вернемся и все сделаем. Хорошо, все, давай. Завтра я тебе позвоню. В смысле, сегодня? Да, сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас тут ожидают. Только этого мне сегодня не хватало. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Елена Борисовна, можно я на репетиции поприсутствую? Вы Вера, моя смерть. Вам только косы не хватает. Александр Евгеньевич, ну, можно, я тихо. Пропустите ее. Спасибо. Смотри. Резиночки приклеим, можно без них играть. Миша, можно как-нибудь чайку организовать? Дай сюда. Боец. Всем доброе утро. Простите, что задержались. Ну, конечно, 40 минут. Это же задержка, это не опоздание. Нет. Ладно, пока будут переодеваться, сделаю несколько звонков. Здрасте. Понятно. Здравствуйте. Привет. Я пойду переоденусь. Рома, когда обещал быть? В 12. Опаздывает. Задерживается. Мишенька. Да.
А можно как-нибудь чайку организовать? А? Сейчас пойду Инну посмотрю, она где-то бегала здесь. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Александр Евгеньевич, а какие у вас творческие планы? Чего? Ну, посетители вашего сайта интересуются. Не сиди так много за компьютером. Ты очень бледная. Так время года такое. Ты где работаешь? В школе. В канцелярии. Платят мало? Да нет, нормально. Ну, как всем. Мало, конечно. Парень есть? Нет. Да, брось ты к чертовой бабушке этот сайт. Знаешь, жизнь-то у нас не особо приятная, но прятаться от нее тоже не надо. Гуляй, ты же молоденькая. На, вот, держи. Да нет, что вы. Бери, я сказал. Ну, только если на нужды сайта. Дурочка ты. Ты на дело пусти. Себе что-нибудь купи. А у меня все есть. Ну, тогда отдай тому, кто нуждается. В школе вот в твоей. Детки, наверное, не все богатые? Нет, не все. Ты вот что. Ты узнай, кому что надо, и мне скажи. Я денег дам. М? Вы хотите заняться благотворительностью? Да ничего не хочу. Просто хочу, чтобы в том, что я делаю, был какой-то смысл. А смысла ни черта нет. Поняла? Немочь бледная. И ресницы крась. У тебя глазки, вон смотри, какие хорошенькие. Поняла? Спасибо. Ну ладно, чаю, я смотрю, не дождусь сегодня. Так я сбегаю. Как я соскучился. У меня уже сил нет ждать, когда мы наконец уедем. Ты думаешь, у нас там будет больше времени? Я с мужем еду. Я без жены. А твой все равно не заметит. Да, это точно. Ему все равно. Почему ты не звонишь? А вдруг твоя жена подойдет к телефону? Будет скандал. Ненавижу скандалы. Я всегда могу устроить, чтобы мы встретились. Ты только звони. Звони. Хорошо. Хорошо. Господи, как хорошо, что ты у меня есть. Если бы не ты, я совсем бы забыла, что я женщина. Здравствуйте. Это директор Александра Басманова. Угу. По поводу шоу. Да, я понимаю, но вы должны были хотя бы предупредить. Да, я понимаю, что пришел новый режиссер, и концепция у вас поменялась. Ну а что нам делать? Кто режиссер? О, Саша, здравствуй. А где все? Я сам интересуюсь. Рома-то вообще будет или нет? Или я зря приехал? Саша, Роман-то будет. А где люди? О, Инна, ну я как раз тебя везде ищу. Миш, спасибо за чай. Саш, ну… Проехали. Ну хорошо, а где Лена? Где Игорь? Где? Да здесь, все здесь. Ну, ребята, дорогие мои, ну давайте наконец начнем прогон. До трех часов оплачена сцена. Значит так, на всякий случай, пока все здесь, повторяю еще раз. Три спектакля в Екатеринбурге. Значит, Миша и Игорь едут завтра поездом. Лена и Саша летят послезавтра самолетом. Принимающая сторона встречает администратор Володя. Володя. Ребята, там реклама шикарная, все билеты проданы. Так что, дорогие, ну надо нам сыграть как положено. Договорились? Это все. Сашенька, мне надо тебе кое-что сказать. Пожалуйста. Это прогон. Видимо, вы все уже прогнали на третьей скорости и теперь собираетесь расходиться. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Александр! Великого приветствует великий! А, от великого слышу. Здравствуй, Сашенька. Привет, дорогой. У меня времени мало. Репетировать сразу. Милые мои, вы так заигрались, что этот капустник ваш меня уже компрометирует. Если бы не этот капустник, кто бы узнал про этого великого? Саша, мне нужно тебе что-то сказать. На одну минуту, ну пожалуйста, Саша. Пять минут. Пять минут. Сейчас мы поболтаем, начинайте пока без нас. Начинайте, начинайте. Что случилось, дорогой? Послушай.
Наконец-то он меня послушал. Я ему сказала, чтобы он с Романом поговорил насчет работы. Сейчас скандал будет. Почему? Потому что я звонила на телевидение. Сашу выкинули, потому что пришел новый режиссер и сменилась концепция шоу. А режиссер этот Роман Романов. Не может быть. Саш, ничего личного, это просто работа. Угу, угу. Работаем, работаем. Давайте, быстрее только, со второй картины. Начинаем. У меня совсем нет времени. Так, ты туда, я сюда. Начали! Открываем коробку. Опа! Опа! Кукла! Ну как она похожа на Летицию? Саша, твоя реплика. Пошли вы все к чертовой матери. Саша. Я не понял. Это что значит ничего личного? У меня с тобой никогда не было ничего личного, понимаешь? Я мужик. У меня вообще с мужиками никогда не бывает ничего личного, ясно? Я тебя вытащил из дерьма, из Кишинева, чтобы ты мог здесь работать! Ты выкинул меня из проекта. Ты мог мне хотя бы по телефону позвонить. Мог потыкать пальчиком в телефончик. Мог или нет? Саш, это не моя обязанность. Звонить артистам, которые не прошли кастинг. Я не прошел кастинг. А ты меня вызвал на этот конкурс или нет? Ты хочешь, чтобы я это при всех сказал? Конечно. Меня здесь все знают. У меня ни от кого нет секретов. Ну, слушай. Саш, для того, чтобы оставаться в профессии, надо работать. Ага. А ты работать перестал. А. У тебя взгляд потухший. Ты шутить-то разучился. А может, и не умел никогда. И главное, ты сам об этом знаешь. Ты не в состоянии запомнить даже двух фраз. Ты можешь либо нести от себя тяну, либо уставиться в теле суфлер. А мне нужен другой ведущий, мобильный, яркий. Я даже с тобой спектакля поставить не могу, потому что ты не запоминаешь текста. У тебя в голове вата, во рту слюни. И чуть что, ты сразу уходишь в запой. И все об этом знают. Все! Поэтому я убрал тебя из проекта. И этот спектакль вы играете в последний раз. Так, значит, получается, что в профессии я полное дерьмо. Сейчас да. Да ты вообще, Саш, ты вне профессии, ты никто. Но я тебе скажу как другу. Если ты сделаешь что-нибудь стоящее, я первый, при всех говорю, первый подойду к тебе, пожму тебе руку и буду кричать «Браво!». Ненавижу эти сцены. Я все сказал, ребятки. Играете три спектакля, и проект закрываем. Я ухожу. Ненавижу эту театральную грязь. Саша. Стоп! Ничего не говори. Инна, гастроли можно отменить? Саша. Понял, обязательство. Билеты на самолет у тебя? Да. Дай. Не мой. Мой. На, вот тебе денежки. Купишь мне билет на поезд. Плацкартный вагон. Буду ездить, как заслужил. Господи, как ты мне надоел со своими истериками. Вместо того, чтобы думать, как спектакль играть, ты комедию ломаешь. Какой плацкарт? Такой. Ты у нас кто? Звезда? Дуй на самолет. А у меня в голове вата, во рту слюни. Я побежал. Так что вы мне, пожалуйста, уже как-нибудь потерпите последние три спектакля. Больше вы никогда меня не увидите. Никогда. Не знаете, это все уже вот где. Давно. Но я же вам все время должен. Я же не могу вас подвести. Это вы можете меня подвести. Выкинуть меня. А я нет, я все съем. Так что, раз выкинули, все. Прощайте. Пока. Thank you.
Это супер! Просто что-то с чем-то, богиня! Просто Асинора Дункан! Так. Ах, вы кисочки мои! Ах, мои сладкие кисуленьки! Ну, выпьем, что ли? Так, а кто будет петь? Да, конечно же, он! Ну, нет, секунду, это неинтересно. Все же знают, что он певец. Пускай он пойдет и поработает объявлялкой. А мы посмотрим на него. Это не так просто, я вам скажу. А кто будет петь? Как кто? Я буду петь. Стоп, секундочку. Ты еще маленькая петь. А почему? Потому что не выросла, сиди. Петь будет Басманов. Гастроли в Екатеринбурге. Мальчишник с сюрпризом. Сегодня я говорила с ним о том, о чем не могу написать. Алло. Алло. Лен, приезжай. Забери свое сокровище. Где вы сейчас? Мы в Бастионе. Хорошо. Ага. Жду. Почему я еду поездом? Лена, я не понял. Что за дела? Объяснить по-человечески можно или нет? Что происходит? А? Ну, нифига себе. Хохмочки. Здрасте. Здравствуйте. Паспорт, пожалуйста. А вы что, меня не узнаете? Узнаю. Но у нас так положено. А мне не положено. Вагон ресторана у вас где? В следующем вагоне, но он сейчас закрыт. Мне откроют. Господин! Товарищ артист, вы чемодан оставили? А ну, стойте! Что вы делаете? Мы закрыты еще? Вот и правильно. И не открывайтесь. Ой, здравствуйте! Ты дверь закрой и никого не пускай. На, вот тебе, держи. Закроешь, я здесь один побуду. Мне надо отдохнуть. Слава, автографы, журналюги, папарацци. Короче, давай, быстро, быстренько стаканчик сюда принеси. У нас со своим нельзя. Слушай, совесть-то имей. Быстро, мухой, дунул. Закуски принести? Ты уж будь настолько любезен, да? Маленький такой огурчик, сообрази. Если не трудно, конечно. А
Там этот артист, известный, но не помню, как фамилия, кучу денег дал. Попросил, чтобы ресторан закрыли. Вот. Попросил, значит, закроем. С начальником поезда я договорюсь. Мы твои вещи в купе занесли. Ты в СВ, один. Мы проводнице сказали, чтобы пока заперла купе, пока тебя нет. Саша, может, пойдем? Нет. Мне здесь хорошо. А чего так сухо сидеть? Банкуйте. Нет, Саша, может быть, пойдем? Как вы вообще сюда попали? Я не понимаю. Я же велел двери все запереть. Они и закрыли. Они все сделали, как ты сказал. Но мы стучали, сказали, что пришли за тобой. А кто вас уполномачивал за мной приходить? Кто вы такие? Я вас что, звал? Я вас совсем не знаю. Я просто хотел посидеть в тишине, отдохнуть от суеты, от людей. Вам этого не понять. Конечно, куда уж нам. Не обращай внимания. Алло. Алло. Володя, здравствуй, дорогой. Это кто? Инна Смирнова, Москва. А, Инна. Декорации пришли? Да, пришли. Фух, прекрасно, а то я уже волновалась. Значит, слушай меня внимательно. Артисты выехали поездом. Трое. Встречай завтра в 7. Завтра в 7? Да. Все, хорошо. До связи. До связи. Пока. Долго он там еще сидеть будет? Не. Пришли, сейчас заберут. Саш, пойдем. Слушай, ты извини, друг, но я опекать его не нанимался. Ну подожди, потерпи, последний раз едем. Инна просила проследить за ним. Ну как ты за ним проследишь? Он невменяемый сидит. Эй, пацаны. А вас не смущает, что я тут сижу? И что при мне обо мне говорить? Получается, что я какой-то уже и не человек, а просто тело? Но если я тело, то вы тогда кто? Вы тогда вообще никто. И звать никак. Потому что у меня имя. А вы кто? Вы у меня на потанцовках? Или я у вас? На кого зрители, в конце концов, ходят? Саша, ты признайся себе, на тебя он уже тоже не ходит. Мы играем на маленьких площадках. Мы еле залы собираем. У нас билеты дешевле любой антрепризы в Москве. Это вот все, вот это, не гастроли уже, а последний пук. Ой, бедный, как мне тебе жалко. У тебя не жизнь, а сплошной пук. Можно подумать, что ты еще и играешь из одолжения. Я честно работаю и честно зарабатываю свои деньги, а ты мне мешаешь. Тебе работать лень. Тебе надо, чтобы с тобой все нянчились и прыгали вокруг тебя. Охали, ахали, восхищались. А я не баба, Саша, я тобой восхищаться не обязан. Артисты – дерьмо, а как человек – еще хуже. Вот так. Дерьмо. Где-то это я уже слышал. Вчера. Ну ладно, ребята. Извините, не могу соответствовать. Простите. Так получилось. Я думал, вы меня еще потерпите дня три из жалости. Но, видно, уже не вмоготу. Что делать? Рома меня выгнал из телевизора, а вы из спектакля. Так что, пока. Я удаляюсь. Прощайте.
Мыши, погрызли все пакеты сахара. Как бы на санинспекцию не нарваться. А может, просеять? А если они заразу какую-нибудь занесли? Сколько мы тут стоять еще будем? Минут 5 точно будем. Слушай, не в службу, а в дружбу. Сгоняй, Варек. Купи пару килограммов. Только без меня не уезжайте. Не боись, не уедем. Осторожно! С запасного пути выводится дополнительный вагон. Ну и что ты полез в бутылку? Да надоел! Блин. Вон, зато смотри, ты его звал-звал, а у меня он сам встал и пошел. Прихлебатели этих! Они моим именем кормятся, еще же меня и хают, а? Это же надо! С ума можно сойти! Все! С завтрашнего дня никаких этих! Все! Я пошел! Понимаешь? Чертовой матери! Свободен? Давай, шеф. Поехали на Фрунзенскую. Куда? Куда-куда? На Фрунзенскую набережную. Выезжаешь на Садовое, направо. Послушай, что ты ебал? Я тебя где-то видел. Ты мне не тыкай. Давай, заводись. Поехали. Да нет у нас Фрунзенской набережной. Что это у вас? У кого это у вас? Что за дела вообще? Сейчас я позвоню Ленке, чтобы она меня нахрен забирала. А то еще дождь какой-то попер. Я не понимаю. Что-то телефон ни хрена не фурычит. Так, слушай, что происходит, а? Да что такое? Телефон как будто умер. Алло! Эй! Алло! Слушай, тебе-то какую развели? Что за дела вообще? Ты можешь сказать адрес, по которому мы с тобой сейчас тут находимся? Ай, ни хрена ты не рубишь. В адресах. Понаехали вот несчастную Москву всякие, понакупали машин, а города ни хрена не знают. Куда понаехали? В Москву? Москву? Ты что думаешь, ты в Москве? А где? В Николаевске. В Николаевске? Какой Николаевск? В Николаевске. Ой, рассмешил ты меня. Николай. Николаевск?